у Хувеналю Ольмусу в центре обороны. Фуэнтес и Оларра играют. Перес слева, Рохас справа. Вот так пока получается. Такая расстановка. Ну что, нет положения вне игры. Луис Фабьяно, и Бразилия выходит вперед 1-0. Согласованность действий игроков обороны. Поздно пошел вперед Рохас. А вообще, знаете, скорее всего, офсайд был. Дело в том, что в тот момент, когда вот Кака, да, пропускал мяч мимо себя, уже успел выйти Рохас. Давайте еще раз внимательно смотреть. Вот если бы здесь не было касания, то Луис Фабьяно получал передачу оттуда, из глубины атаки, и, соответственно, никакого нарушения правил. Навья в штрафной. Ну и опять начал мяч перекладывать. Пенальти. И пенальти за... Давайте смотреть, что здесь было. Вот он, штрафной. Ну, Кафу пытается избежать какого-то контакта. Не его вина, однако, что переплелись ноги его и Дида в воротах. Лиссандо показывает раньше времени не входить в штрафную. Тут Роналдо уже заставляли перебивать. Удар в матче с Аргентиной. Навья бьет и делает счет 1-1. Ну, по-моему, это 90-я минута. Ну... Очень уверенно исполнил. Дида стал гадать.